Мурманские росгвардейцы обезвредили бандгруппу в рамках учения «Сплоченность-2021». По легенде, на территорию одного из населенных пунктов Мурманской области проникли условные террористы. Угрожая оружием, они захватили заложников. Для ликвидации угрозы освобождения людей было принято решение привлечь бойцов СОБР «Росомаха» Росгвардии. Во время учебной операции представители силового ведомства отработали методы поиска бандгруппы, блокирование захваченного здания и освобождение заложников. Во время штурма отдельное внимание уделялось захвату вооруженных преступников. Также были отработаны вопросы организации взаимодействия с другими силовыми ведомствами региона.